Мунти-болгарка с диагнозом телепается в подшипнике. Ну, как минимум, и вот так телепается, и вот так. Как минимум подшипник, так как она уже начала болтаться, хозяин сказал, как только начала, сразу перестали работать, поэтому, возможно, рабочая пара еще в рабочем состоянии. Но подшипник точно под замену. Для того, чтобы определиться, откручиваем 4 винта, снимаем переднюю крышку вместе с подшипником и будем смотреть, посмотрим, какой подшипник, и будем заказывать. Значит, вышла она вместе со втулкой. Втулка тоже уже не держится, но еще нужно все в смазке, сложно сказать. Втулка не держится во втулочном месте, один из недостатков. Ну и телепается, снимаем стопорное кольцо и вытаскиваем большую шестерню. Стопорное кольцо снял, теперь снимаем большой вал вместе с большую шестерню вместе со шпонкой. Шпонку не теряем обязательно. Ну и теперь смотрим, что мы можем сделать. Просто выбиваем туда вал. Ну, чем-то легким. Чем-то не тяжелым. Очень важно. Все, вал в хорошем состоянии, натягивался хорошо на подшипник, значит, с ним все в порядке. Ну, а подшипник нужно снять. И под замену сам подшипник разболтанный. Заказываем новый подшипник и меняем. Это будет ремонт данной болгарки. Подшипник снимается вместе с, вот, снимаем смазку. Здесь пластина, которая держит. И кроме того, мы уже посмотрели, и сама шестерня маленькая, в принципе, в неплохом состоянии. Но нужно еще посмотреть, очень много смазки. Неправильно это. Не должно быть такое большое количество смазки. Смысла в ней нет все равно, потому что она расходится. Лучше, чтобы она была более двигающаяся, более жидкая, потому что она ее все равно разбросает, и все равно голодание смазки все равно будет. Ну и нужно посмотреть еще эту втулку, в каком состоянии, не нужно ли поменять сюда латунную втулку. Сам вал вроде бы в неплохом состоянии. Хочу вам показать, что при проверке я определил, что, ну, сам подшипник, передний именно подшипник, он, ну, в не таком же и плохом состоянии. Люфт есть, удара нет, но немножко есть движение в самом окне, вот так вот. Но сказать, что он в плохом состоянии, нет, в неплохом состоянии. Значит, в плохом состоянии втулка задняя. То есть задний подшипник, не перед, тут стоит передний, тут задний. Вот здесь, во-первых, люфт в больше миллиметра внутри. И еще и люфт в посадочном месте туда, в корпусе. Поэтому, по сути дела, ремонт – это замена вот этой втулки. Ну, заодно мы, конечно, поменяем и подшипник, но, по сути дела, тут необходимо
замена втулки, 8 миллиметров втулки, 8 миллиметров внутренний диаметр и 12 миллиметров наружный диаметр, высота, ну, скажем так, 10,5 у меня. Ищем втулку в запчастях, в интернет-магазине запчастей можно ее найти, и ждем, и ставим подшипник. Лучше, конечно, будет, если это будет японский, причем, ну, настоящий японский, так скажем, потому что здесь стоит СЖ Си Джей, ну, обыкновенный Китай, так скажем, подшипник. И главная неработающая деталь — это втулка. Начинаем работу болгарки. Работает полный порядок, все готово. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если понравилось. На канале сможете увидеть различные видео не только по ремонту бытовой техники, но и по изготовлению инструмента и других полезных вещей. Заходите, смотрите. Всего доброго. Встретимся в следующем видео. Приехали оба подшипника. 6000-ный подшипник Тимкин, это американский производитель, я обставил уже, и вместо втулки полностью изношенной, как внутри, так и снаружи, поставил втулку латунно-графитную. Значит, большое количество смазки, это не есть хорошо. Если вы положите больше, это не значит, что вот когда вскрываете, смотрите, звездочка и здесь сухая. Да, действительно, смазку разбрасывают по стенкам, и здесь сухая смазка. Ну, сухая, кажется, что сухая пара. Давай положим больше смазки. Это не поможет, потому что ее все равно разбросает. Но когда нагреется, начнет выдавливать в середину, в ротор, через подшипник, это неплохо. Лучше воспользуйтесь хорошей смазкой, которая имеет липкость. Но также советую, когда вы окончили работу, положить болгарку вот в таком вертикальном положении. Нагретая смазка сползает и смазывает шестерню. Если вы ложите вот так, то она сползает вниз. А нужно, чтобы она сползала именно на шестерне. То есть для этого необходимо вот так положить время от времени, для того, чтобы смазывать. Количество смазки не должно быть большим. Это, ну, обязательное условие. Все, теперь собираем на место. Сначала ставим пластину, которая будет фиксировать подшипник 6000-ный. Как я уже говорил, я его заменил, хотя по большей степени виноват в том, что телепалось. Все-таки был подшипник скольжения, то есть вот эта втулка была виноват. Все, теперь собираем, вставляем вал. Теперь со шпонкой вставляем шестерню большую. Важно проверять визуально, когда вы поставили шпонку, вставляете шестерню, визуально проверяете, не вышла ли шпонка. Вы будете насаживать, а шпонка чик и выскочила. Нужно посмотреть, что она осталась на месте. Ну и затем фиксируется стопорным кольцом. Это несложно. Итак, продолжаем. Я соединил, все, теперь могу ставить на место. Смазываю и сам шток, и смазываю шестерни, оставляю немного здесь смазки. В данный момент смазываю смазкой фиол.
Но пользуюсь также еще смазкой Шрус. Фиол достаточно такая липкая смазка, поэтому я и пользуюсь для смазки. Положу немножко туда в середину. Ну, как я говорил, без фанатизма много не ложить, потому что при расширении она ж куда-то будет деваться. И это потом отрицательно скажется на работе устройства. Ну, все. Все собирается. Сейчас закручу винтами. 4 винта. И буду пробовать. Закручиваем винты. Достаточно, все. Обратите внимание, уже никто никуда не телепается совсем. Движение